Саратовские авиалинии получили главный приз и звание авиакомпании года. Сегодня мы везем этот кубок нашему рейсу в Саратов. Второй год подряд компания «Саратовские авиалинии» стала лауреатом главной национальной авиационной премии страны «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года. Внутренние перевозки в группе 3». По итогам 2016 года компания перевезла более 500 000 пассажиров и открыла 11 новых внутренних маршрутов по России. Среди 6 номинантов «Саратовские авиалинии» оказались лучшими. «Саратовские авиалинии на сцену». Мы начали обновление, ввели в свой парк новый тип воздушных судна А-148 и расширили географию по сравнению с прошлым годом. Для нашей компании это, конечно, значит, прежде всего, что прошлогодний успех был не случайный, что компания стабильна, и то, что мы идем в правильном направлении. Премия «Крылья России» вот уже 20 лет служит индикатором состояния гражданской авиации в России. Авиаперевозчиков оценивают как объективно по количественным показателям, так и субъективно группа экспертов авиационной отрасли по экономической эффективности, уровню сервиса и стратегии развития. Для авиакомпании это означает в первую очередь признание и понимание со стороны делового сообщества, в котором работает авиакомпания. Ну и, безусловно, как следующий этап, это признание и со стороны пассажиров. «Крылья России» уже давно считаются авиационным «Оскаром». Уникальность премии еще и в том, что бороться за высшую награду страны в отдельных номинациях могут как международные, так и региональные авиаперевозчики. Стремительное развитие компании «Саратовские авиалинии» особо отметили на высшем уровне. Ваша нацеленность на изменения компании, как руководителей, так и понимание со стороны коллектива, она позволяет надеяться, что вы будете жить долго и счастливо. В этом году «Саратовские авиалинии» планируют открыть около 30 новых направлений и расширить географию полетов. Но не только из Саратова. Компания стремится связать и другие регионы с Москвой и Санкт-Петербургом. К примеру, новые воздушные линии связали Оренбург и Киров с северной столицей России. В этом году компания «Саратовские авиалинии» продолжит обновление авиапарка, чтобы в следующем в очередной раз претендовать на лидерство в премии «Крылья России». Валерий Павелко, Виктор Рыков, «Открытый канал».